Итак, клубника, ремонтантная, сорт Альбион, купленная в прошлом году, два кустика вот этих. В том году ее почти не было, не плодоносила, наращивала массу. В этом году такая красавица стоит, в районе 60-70 ягод на этом кусту. Это получается, в том году усы с этого кустика собирала, и вот плантация моя вся отсюда. Вот такой шикарный куст. Так, этот куст маточный был в парничке вот таком с прошлого года. Ягода безумно сладкая, без кислинки даже. Запах такой жвачки напоминает. Очень много. Это получается маточный куст. Сейчас покажу. От него брали усы и более 40 где-то кустов. Ну, конечно, не все перезимовали хорошо у нас. А почему? Потому что немножко в низине, где водой затопило у нас. Потом снег сошел и вода стояла там. Погибла ягода. А где просто целлофаном укрытая была ягода, очень хорошо перезимовал в Приморье. И вот пока показывает себя лучше всех сортов, которые я лично садила. Сейчас покажу однолетки кусты, то есть осенью высаженные. Так, вот с этого куста, с одного, сколько получилось у нас деток. Сорт, напоминаю, Альбион, ремонтантный. Так вот, однолетние получаются кустики. Сколько ягодок на кустиках. Очень сладкий. Буду больше высаживать, рассаживать с этой плантации. Приморье очень хороший сорт. Разводите. Это на улице. Тут маточный куст, уже несколько ягодок было, но он закрытый вот в таком парничке получается у нас. Ну, тут соберем урожай с молоденьких кустиков, посмотрим. Это я уже умудрилась скосить. Вот однолеточка. Смотрим, сколько у него цветоносиков. Ягодка среднего размера, где-то 20 грамм я мерила. Вот такой сорт. Так, Альбион, средний вес 25, первая была 20 грамм. Вот так, 31 мая, теплечки. Перцы стоят, завтра высажу. Сегодня самая холодная ночь, плюс 7 обещают. Там матик. На этом ряду тоже там есть. Там матики немного еще. Ну, вроде цветут неплохо. Вот так. Клубничка. Собираем. Огурцы еще небольшие. Но вот эта клери очень огромная ягода. Прям огромная. Такое чувство, что она больше, чем ханой. Потом взвешаем. Ну, вот такие. Там матики. Там матики. Ждем урожай. 20-21. Ручей на 31 мая. Вот такой.
алисум. Алисум красивый, уже пахнет безумно вкусно, медовый. Синеньким зацветает лобелия. Из горшочка будет так у нас красота. Ну вот так общий вид. На ручей. Синим зацветет лобелия, конечно, красиво будет. И единичные вон цветочки только появляются. О, и трава еще тут. Вот так вот. А у нас малышня. Прибавление. Голышечки. Дим, хватит. Девять штучек. Курица не наша, арендованная. Наша наседка в этом году профилонила. Взяли у сестры маминой курицу с ее цыплятами в прокат. Потом вернем. Дим, ну хватит дуреть уже, а? Что ты тут ям нарыл? А? Цирк тебе, да? Поставили возле собаки. И они вроде как не это, ну, не боятся ее. И коты лишние, чтобы не бегали тут. Не охотились за цыплятами. Так что Бим у нас охранник, да, Бим? Бим. Бим. Ты охранять должен. Ты охранять должен. А тебе прям удовольствие, да? Цирк. Цирк приехал. Зоопарк. Зоопарк, да, Бим? Вот так смотри в клетку, как в зоопарке. Развлечения тебе не скучно.